Снимай, давай. Мужики, едем. У тебя как фамилия? Да, вот он. Все. Задержан в случае мошенничества. Разместил анкету на сайте. Купил у незнакомого человека на улице телефон, а также сим-карту с картой. А какую рекламу ты разместил на сайте? На каком сайте? Интим-услуги. Имитировал голос девушки. Представлялся девушкой. Предлагал за дешевую цену отдых. Ну-ка, покажи голос, как ты изображал девушку. Здравствуйте, вы хотели отдохнуть? Вас интересует выезд или вы приехать хотите? Ну, вот таким самым способом люди мне верили и отправили предоплату, за которую мне потом никто не являлся. Что скажешь по поводу мошеннических действий? Я их совершал, в чем я очень сильно раскаиваюсь и не советую другим.